Мне интересно все. Ну, мне интересно, правда, все и абсолютно разные жанры. То, что сложнее, то интереснее. Конечно, комедия сложнее. Это, наверное, самый сложный жанр. Здесь нужно затрачиваться намного больше. Тебе нужно постоянно себя чувствовать, приподнимать. То есть это и дыхание, и мимика, и движение. То есть максимальная включенность. Ну, мне когда говорят, там, что, ну, что там, ты талантлив, я, ну, никогда не считал, что я там чем-то талантлив. Я просто знаю, что у меня больше было часов проведенных, например, да, с этой работой. Стрит-арт — это не просто, ну, вот, самовыражение художника, это должен быть диалог со зрителем какой-то. То есть, ну, всегда нужно понимать, что ты, ну, что будет на, с той стороны, как это будет воспринято. Моя профессия и все, на что я делаю, ориентировано на внешних потребителей. Я могу оценить ремонт своей квартиры, который я делал сам один с вами. Да, он хороший. Но я не могу оценить то, что я делал для большого количества людей. Они должны это оценивать. Если большинству нравится хорошо, значит, у меня как бы лайков много, можно так сказать. Если не нравится, значит, у меня много дизлайков. Посоветую творить, чувствовать свое сердце, быть собой, делать то, что душа требует, так сказать. Ну и, конечно, работать, участвовать в разных конкурсах, отправлять свои работы всем, галереи и так далее, не бояться. Чтобы надевать маску, нужно иметь лицо. То есть, прежде всего, выращивание лица, ну, не в объеме, а именно выращивание личности, это, наверное, то, что нужно делать в первую очередь человеку. Я по жизни за правду и стараюсь честно жить и делать свое дело хорошо, ни на кого не смотреть, никого не слушать, слушать только себя, верить в себя. Как-то так вот я и живу. Формула успеха – это позитивное отношение к жизни, позитивное отношение к любым сложностям. Это вот, это увлеченность, потому что я увлечена вообще до головы до ног этим всем. Сейчас можно вот этой какой-то провинциальностью гордиться, потому что в этом есть какая-то и чистота. И в провинциальных театрах часто служат такие, знаешь, самоотверженные люди, которые забили на славу и деньги и занимаются искусством. Ну, по крайней мере, так думают. У меня убежденность такая: если у тебя есть внутренний заряд, если ты, ну вот, если ты хочешь что-то давать миру, там, то ты можешь в любой точке мира, даже в деревне в какой-то, быть успешным человеком.